16 апреля в ходе своей рабочей поездки в Ашский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с проектом создания предприятия по переработке хлопка и чулочной фабрики, дал старт строительным работам. Предприятие проектной мощностью переработки 10 тонн хлопкового волокна в сутки будет построено на площади 2 гектара с образованием 450 новых рабочих мест в 3 смены. В чулочном цехе планируется установка 200 станков производительностью 30 тысяч пар в сутки и более 8 миллионов пар в год. Со строительством цеха 150 человек получат постоянную работу. Технология чулочного цеха будет импортирована на договорной основе из Германии и Швейцарии. После ознакомления с проектом строительства предприятия и старта строительным работам, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку инициативе предпринимателей по благоустройству края и организации новых рабочих мест.